Бывало и месяц, и два месяца шли они под палящим солнцем или под противным дождем, наводя с грудью на лямку. Когда же зрепин, по рекам уже ходили проходы, но богатым промышленникам и купцам было выгоднее дешевле запрягать лямки людей. Чтобы тянуть ровно, идти в ногу, не дремать ни ходов, бурлаки пели песни. Любимая песня — это «Дубинушка». Давайте послушаем и споем эту песню. Для дружно совместной работы и одновременного напряжения.